Прохождение испытаний, стрельба из лука и общение со сверстниками. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошел фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья. Я, ты, он, она, вместе целая страна. Депутаты Мособлдумы Дмитрий Голубков и Лариса Лазутина, а также одинцовские активисты «Единой России» поприветствовали юных участников. Я хочу вам пожелать сегодня провести хороший, замечательный день, посоревноваться, выявить победителей, приготовиться к следующим стартам, ну и растите здоровыми. Всем хочу пожелать здоровья и прекрасного настроения сегодня. Молодцы! 7 различных испытаний ребята прошли успешно. Всего в квесте приняли участие дети из 3 школ – «Надежды», «Гармонии» и «Старогородковской школы-интерната». Ребята сегодня будут проходить интересные испытания, в конце которых каждый из ребят получит медаль, и каждый из них уедет с медалью победителя. Они получат кубки, а потом мы подарим прекрасные подарки, у нас будет супер вкусный стол и будет отличное настроение. Я очень рада, что они нашли время, что они приехали со своими родителями. София – воспитанница школы «Гармония». На квест приехала вместе с мамой. В таких спортивных состязаниях девочка принимает участие впервые. Да, это полезно, потому что именно для аутистов нужна социализация. Вот с детьми общение, команда. Это очень полезно, и Софии очень понравилось. Фестиваль проходит уже в 3-й раз. Организаторы отмечают, что главной задачей мероприятия неизменно остается организация совместного досуга детей и родителей, а также дальнейшая социализация ребят. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».